Смотри, какая у меня картина. Видишь, я ее дописываю сейчас. Да. Дописываю. Я одновременно еще сейчас, вот мне машинку подарили такую, подравниваю, потому что я 2 недели не брился и стал такой, как дедушка. А теперь я подравниваю, а я вообще сейчас еще подравняю этой машинкой. Специальная машинка такая мне подарили, чтобы я молодился, чтобы я на новый онлайн-курс вышел. Такой аккуратненький такой, сразу буду молодой такой. А это вот видишь, я рисую, сейчас дорисовываю, потому что чтобы у меня было вдохновение, понимаешь, я делаю. Потому что чтобы было вдохновение, нужна какая-то такая внутренняя мотивация. А я вот еще, кстати, заметила, что вдохновение и поток – это две разные вещи. Так, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что вдохновение, оно идет как бы в голове. То есть это картины, это представления, то есть это идеи. А поток – это когда ты вот садишься, допустим, ну, неважно, делаешь ты работу или рисуешь, и ты просто это делаешь на одном дыхании. То есть ты взялся и делаешь. И когда совпадает вдохновение с потоком, тогда получаются шедевры. Очень интересно ты говоришь. Правильно. Вообще, когда все совпадает, все зависит от цели. Да. Если ты хочешь сделать шедевр, то, соответственно, нужно, чтобы было вдохновение, потому что без вдохновения что ты сделаешь? А вдохновение бывает, когда появляется идея или какой-то ободряющий комплимент. Тебе говорят, какой ты молодец, какая ты молодец. И ты вспоминаешь свои прежние подвиги, и об них зажигаешься. И хочется делать, да. И вот когда ты идею какую-то вдруг поймала, проснулась, и вдруг идея у тебя появляется вдохновение, потому что энергия открывается там, где есть чувство перспективы. Когда есть надежда на то, что вот то, что ты сейчас делаешь, имеет смысл. Вот тогда появляется вдохновение. Вообще это энергия, конечно. Я помню, я когда маленький был, там я ходил по комнате туда-сюда и думал, что бы такое сделать, что бы такое сделать. А было лето, а я вот не знал, что такое сделать, куда руки приложить. Я вот коньки свои зимние стал прикручивать, потому что мне надо было бы зимой их прикручивать, а я их стал прикручивать, потому что энергия такая. Энергия. Так вот, разбудить эту энергию можно, если у тебя появляется мотив, где ты чувствуешь чувство перспективы, что твои усилия не пойдут напрасно, когда есть хорошая, зажигающая идея. Поэтому, когда нет вдохновения, надо перебирать различные варианты. Раз, и идея, как волну радиоприемника. И идея, слушай, а вот этим бы, и у тебя появляется вдохновение. Вдохновение. Вот я так вот зажигаюсь о том, что когда я делаю, у меня получается, когда усилия приносят результаты, вот эта обратная связь. И когда ты раскрепощен, вот здесь начинается, как войти в поток. Угу. Тебя этот вопрос интересует? Конечно. Если человек зажат, и он на чем-то сосредоточен, над диссертацией, над писанием картины, или там над музыкальным произведением, если он зажат, ему надо очень сильно сосредотачиваться, очень сильно погружаться в тему, в эту задачу, которую он решает, чтобы в какой-то момент, когда он переваливает пик напряжения, у него открывается как второе дыхание. Как второе дыхание. При котором ты начинаешь делать все быстрее, быстрее. Эффективнее. Вот. И то, что бы ты сделал, допустим, за неделю, ты делаешь за 5 часов. Да, а можно это сделать по-другому. Можно, например, для того, чтобы быстрее перевалить пик напряжения, то есть вхождение в тему, войти в тему. Как вот можно сделать? А можно вот напряжение, которое у тебя возникает, когда ты на чем-то сильно сосредоточен, доувеличить, довести до пика напряжения, до максимума. Момент этого действия. У тебя напряжение, ты знаешь, как быть. Ты доводишь до максимума, думая о том, как быть.
до максимума несколько раз довел, потом сбросил, и у тебя как пошло, потому что ты, доведя до пика напряжения, сбросил это напряжение и перевалил этот пик напряжения за счет доведения его до пика. Не так ожидать по времени, когда оно само дорастет до пика, когда ты углубляешься в проблему, а помогая себе доводить до пика. А я на школе расскажу еще потрясающую вещь, которую вообще никто не знает. Это будет так изумительно, потому что, оказывается, так просто. Можно войти в поток любой деятельности, если она тебя, эта деятельность, волнует. Вот я хотела, кстати, да, я хотела вас попросить, чтобы на школе рассказали, как вот можно самому входить в поток, а не ждать, когда он наступит. Там есть два входа, и оба входа я расскажу. Один через пик напряжения, а другой через снятие зажимов. Да. Первый. Я лучше там расскажу. Еще какой вопрос на школе мы поставим? Ну, я думаю, что... Всех интересует, ты же ведешь там. Ты посмотрела, какие у людей вопросы больше всего появляются? Ну, я еще вот хотела бы, чтобы на школе поднялся вопрос за то, что вот у нас много психоаналитиков, да, много вот психологов и так далее. Вот в Америке, допустим, тут там много людей... У каждого свой там психоаналитик, да, у каждой семьи, у каждого человека. А нам, допустим, нужно вот вообще, что такое психоанализ, и нужно ли нам, вот, допустим, психоаналитик личный? Ну, во-первых, было установлено, был такой очень большой специалист Кречмер. Он говорил на самом деле, что сама процедура психоанализа, она способствует тому, что человек в транс входит. Но нам вот этот самоанализ такой, вот с другой стороны говорят, а я знаю свои проблемы, что мне там их анализировать, и причины их знаю, что мне их анализировать. А вот если Кришмер сказал, вот эта сама процедура приводит к трансу, а через транс у нее и происходит разрядка, а через разрядку у нее и происходит понимание, чего же на самом деле он хочет и как этого достичь. Так мы же это делаем без всякого психоанализа. Ну да. Человек делает разгрузку или пользуется этими приемами, снимает вот этот вот зажим, выходит на это состояние, а там он соединяется с таким состоянием, где нет суеты мыслей, где как бы он соприкасается с вечностью, и вот он за 5 минут может получить ощущение, чувство вечности, когда не надо торопиться, не надо спешить, никто тебя не гонит. И в этот самый момент, когда нет страха, когда нет комплексов, когда нет стереотипов, хотя бы шаблонов мышления, тогда и открывается правильное понимание вещей. И человек говорит, слушай, надо же, я понял. А ты что, раньше не понимал? Да не, я вроде понимал, но теперь понял. Ну вот так вот. Так что у нас это и без психоанализа происходит автоматически. Ключ же работает на механизмах природных. И когда мы выходим... Это состояние с помощью синхронизации действий или мыслей с текущим индивидуальным состоянием, у нас снимается лишнее напряжение, и мы из состояния зависания выходим и все лучше понимаем, что и как нам надо делать. Таким образом мы управляем временем. То есть на это нам нужно было там неделю, чтобы мы до этого дошли. А когда мы это сделали, мы вышли вот на сейчас, и эта неделя у нас появилась в голове вечность. Вот это про соприкосновение с вечностью, а этим, собственно говоря, люди отличаются, талантливые, гениальные люди. Они, когда пишут стихи или там, когда музыку пишут, заняты любимым делом, они соприкасаются с этой вечностью. А это без... А в школе есть люди такие. Есть у нас в школе, да, я очень горжусь этим. А эта вечность, это беспредельность. А пределы что? Пределы – это страх, комплексы, стереотипы. Да. Это когда у нас не знаю. Стены, через которые видно жизнь, но выйти в нее не можешь. Во-во, так что мы это все предметно, конкретно на школе объясним и расскажем. А и еще они все это попробуют практически. Еще вот как вот включить эти природные ресурсы, когда ничего не хочется делать. Вот у людей тоже вот часто такая проблема наступает. Когда им вообще ничего не хочется делать, как начать делать ключ? Да.
Катя, я бы очень хотел, чтобы эти вопросы нам там на школе задали тоже, потому что я хочу. Мы сейчас просто обозначили, и давай приглашаем всех задавать вопросы, потому что чем больше вот таких вопросов интересных, тем больше я расскажу, покажу, но самое главное покажу такие, покажу некоторые такие новые вещи, которые они еще пока не знают. Ну, это да. Договорились, да? Да. Да, активизирую вопросы. Пускай все пишут и готовятся, заготавливают такие интересные вопросы, чтобы мы отвечали на них. Да, и двоечники мне нужны, чтобы выходил двоечник и говорил, у меня не получается ничего, почему не получается, а мы с ним работаем, все смотрят и учатся. И фишка нашей школы в чем? У нас как телефон доверия, но где не нужно рассказывать свои интимные проблемы. Ну да. Потому что эти приемы работают автоматически. Какая бы проблема ни была, человек ее будет решать успешнее. В самых различных направлениях. Вот в чем фишка. Он может не стесняться выходить в онлайн-школе на скайп ко мне, звонить. Мы включаем скайп. На половине экрана я, на половине экрана он. И вся школа смотрит и учится. Это очень здорово, что мы двоечников обучаем, потому что пятерочников обучать. Обычно все психологи, психотерапевты выбирают показательных пациентов, которые индуцируют других своим позитивным опытом. А мы как раз берем самых трудных, самых двоечников, чтобы они выходили. И показывая, как они выходят, тогда все обучаются быстрее. Вот чем наша школа отличается. Ну, дело в том, что на двоечниках можно понять нюансы те, которые вот показать людям те нюансы, которые редко встречаются. Да, 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 и редко встречаются. Да, и, к сожалению, у нас среди двоечников есть такие люди, у которых проблемы не только с тем, как правильно что делать. У них проблемы могут быть и невротического характера, а и физиологического характера. Очень много людей, я знаю, я так как врач работаю, внутричерепное давление там, или еще что-то такое, но я не буду сейчас об этом рассказывать. Это тоже мешает человеку ясно мыслить, быть уверенным в себе и так далее, недосып хронический, но там много физиологии тоже. Хорошо, Катенька, тогда мы встречаемся, давай, пускай в школе все готовят вопросы, потому что уже скоро, уже осталось несколько дней. Давай, счастливо. Спасибо тебе. До встречи.